Привет, экстремалы! Вы на канале Rolling Moto, а меня зовут Александр. И сегодня я расскажу вам про вот такие вот качественные кроссовые шлема. А называются они Just One J18. Кто не знает, Just One — это итальянский бренд, а эти ребята умеют делать красиво и качественно. Шлема разработаны сразу аж в двух размерах внешней скорлупы. Первый — XS, S и M. И второй — LXL, 2XL. А также прошли американскую и европейскую сертификацию по стандартам IS и DOT. Сами шлема примечательны тем, что завоевали популярность не только среди привередливых американских райдеров, но и получили одобрение прокроссменов европейских топовых команд концерна КТМ. Популярность шлемов среди спортсменов легко объяснить. У них стильный агрессивный дизайн, они прочные и одновременно легче своих аналогов. Все благодаря внешней скорлупе, выполненной из технологичного стекловолокна. Этот материал жесткий, износостойкий, способный выдержать и погасить серьезные удары за счет своей структуры скрученных волокон. При этом, как мы видим, позволяет создать конструкцию любой сложности и такой великолепный неповторимый дизайн, выделяющий райдера среди других участников гонки. Вес шлема Just One J18 всего 1250 грамм. Козырек можно с легкостью отрегулировать по погоде и времени суток. Внутренник мягкий, из гипоаллергенного материала, способствующего вентиляции и качественному отведению влаги. Возможность естественного проветривания в прямом смысле расширена. 9 широких входных отверстий спереди дополняют 6 с увеличенным каналом со стороны затылка. Даже в самую жаркую погоду тренировки пройдут комфортно. Модель позволяет вынуть уплотнитель и спокойно постирать его без особых ограничений. Также внутренник обработан безопасной антимикробной технологичной пропиткой ProTX2. Это предотвращает появление неприятного запаха от подкладки. Кожа лица, головы и шеи не подвергается раздражению. Важно, у Just One J18 Pulsar есть особенности, напрямую влияющие на создание повышенной безопасности райдера. Нижний край шлема, прилегающий к шее, чуть занижен. В сочетании с защитой шеи при падении вы получаете дополнительную фиксацию, предотвращая травмы шейного отдела, мышц, связок, смещение позвонков и защемление нервов. Система J1 ER для экстренного удаления щек позволяет аккуратно убрать амортизационные вкладки, чтобы снять шлем с головы райдера в случае неудачного падения. Все технические детали шлема, от выбора материала до крепежей и фиксаторов, направлены на повышение аэродинамики, безопасности мотокроссмена без ущерба стилю езды. В нашем каталоге представлены различные расцветки, глянцевые, матовые, с флуоресцентными акцентами. Остаться незамеченным просто будет очень сложно. А я напоминаю, что вы были на канале мотосалона Rolling Moto. Задавайте свои вопросы в комментариях, приходите к нам на примерку по адресам в Москве, Колодезный переулок, дом 2А, строение 1, или на 32-й километр МКАД, ТЦ «Шелковый путь», а также в любой из ближайших филиалов по всей России. Подписывайтесь на наш канал в соцсети, чтобы быть в курсе самых последних новостей и обзоров. Всем добра, до встречи!